Один китайский РСЗОшник там, и танки тоже какие-то были. Я Там общую деку попробуем. взял на Хотя не, на всякий пожарный. фокшотах, как всегда. Да, у меня Так. тактика будет совсем другая. У нас три рандома. Я пока фобу уберу, пусть ставит. Вот, один поставил. Второй поставил. Окей. У меня фобов нет, у меня танковая. Танковый, поэтому нет фобов. Наоборот, на танковый нужно с Сгуст. фобом. Чего? У меня тут этих машинок куча для снабжения. Нет у меня в деке. Нету. Поставь. А какого Поможет. хуя? А почему у меня так много? У нас кто-то вышел? Кто-то один вышел, только я не смотрел, кто. Нет, не наш вышел. Так, кто куда поедет? Я поеду охранять базу. Раз, два, вы только начали, да? Ну, налево как бы. Да. Ой, ты прям вовремя. Вот прям опоздал на Причем 5 минут. еще хотели последнюю битву делать. Ну ладно, тогда давайте тогда, пока. Как у тебя дела-то хоть? Ну, нормально, так работаю. Работа. С работы С пришел. праздниками тебя, с прошедшими И с наступившим старым Новым годом. Со старым Новым годом, да. Работаю с ним, я только пришел с работы. Ну и так дела Так, но всякие. мы играть дальше будем? Я не против, на самом деле. Завтра все равно вставать во сколько угодно можно. Можем так, убрать, да, воскресенье. Че, дальше будем играть? Кто будет? Да, ну, да, давай будем. Ну все, то оставайся. Вдруг мы сейчас быстренько все закончим. Ну ладно, я в инлист откаточку скатаю. Так, направо я смотрю, есть только Йорик. Нет, не только, есть Сибиряк еще. Разведку отправлю. Сибиряк, он это разведчик. А, да. На самом деле я не настоящий, кто там. Настоящее право. Не настоящий сварщик. А чё они говорят, это южно... РСЗО направо. Африканцы как будто на каком... Они на голландском говорят, что ли, южноафриканцы? Чё ты вот валишь сложными вопросами? Не всем официальных языков, там куча на речь. Я умный, блядь. Угу. А ты чё думал? У меня там, оказывается, ЦВшка стояла. Или это не моя? Нет, это моя. А чё ты не двигаешься? О, боженьки, это будет очень короткий матч. Хорошо, что это эти, южане. Блять, у нас нечем встречать. Да ладно, чё, у нас там нет кого? Одна, блять. Ну ладно, сейчас вызову еще. Сейчас кое-что можем. Главное, чтобы быстро не съебались. Все, нет кого. Но они об этом не знают, так что все путем. Бля, вот я дурак, я, короче, одну фугу поставил. Справа вертушка с разведки пошла. Вот здесь вот. У кого истребитель есть, направо в угол отправьте, пожалуйста. Я отправил. Что-то нас там дохуя летит. Ну, у них все промолчали, я тоже купил истребитель, отправил туда. Он может вот здесь вот сесть на земле.
Да, упал. Теперь надо проверить там что-то. Да, было. Вот я и лечу посмотреть. Да нет, никого нет. Парни, надеюсь, это был он. ЦВшка на альфа нужна. Не только на альфе, на дельте тоже. Ну на дельте хотя бы их нету. Ребят, буки, смотрите, 4 бука. Перезарядка. Даже не перезарядка, просто пустота. Просто не хочу слать ничего тебе. Не хочу тебе говорить, просто. Такой злой у нас сериал сегодня. Ну, у меня пустые юниты. Ну вот вертушек справа сколько его? Это жуть. Прикинь, этих разведку не добили. Да. Ну нашли ее? Ну, скорее всего, нашли, просто не сообразили, что... Не увидели сам юнит. Вертушку сбили, а пехоту не стали проверять. Вот такие. Справа легкая жопа. Самолеты налево много. Все, ты что тут забыл, дружок? Двигается бок. Есть подозрение, что сюда двигается. Там танки собираются, блядь. Справа очень мало всего. У них там и танки, и пехота. А у нас примерно ни хрена. Да, примерно ни хрена. Кто где воюет, признавать? Я там один. Я на центре. Самолет на центр, истребитель. Все, прощай, Алекс. Пизда моя, блядь. Я забыл про него, блядь. Ёбан, сука, а. Сука, ушли буки. Нет. Нет, вон еще двое, ты до этого ранил. Ну, лучше танки добил. Убивайте. Да нет, а, лучше добил. Буки. Отлично, добил. Вот ты 80 какие-нибудь, это вообще ни о чем. Алекс, ты там кого-то видел или это так в целом? В целом. Это у нас даже рандома играет, пусть это. Пусть оправдывает свое участие. Самолет налево. Туровоз. Я на истребитель. Включайте ПО. Радар. Эх, хороший был истребитель. Не вы забрал. Irgendwelche Kunden für eine Taxitour?
Тут, блядь, бук стоит посреди дороги. Ну, блин, он же никому не мешает. Так, чё-то мне хочется свалить справа. Извините, да, ребята, но у вас там нету. Право там вообще. Они только подъезжают. КШМ как-то представляют. Все, что нормально. Ну да, две сейчас выиграют, посмотрим. Испугались. Да, только выиграют, по остальных мы просто не видим. Они есть. Конечно, все мы видим. Ребят, по букву отработаете, нет? Или так? Сейчас нет, точно. На него ключ на руке, на него противо-ПВО загоню. Дешевый. А Сётр туда он сел, по твоей метке? На Альфик куда сел? Угу. Самолет налево. Чё-то я его там не убил, нифига. Бедная наша база. Наверное, кто-то от нее стрелял? Нет, он уже второй раз стреляет просто. Тварюга. Первый раз сюда приехал. Сволочь, он гад. Блядь. Все заберут же гандон. Блядь, это пиздец. Он что, так будет засыпать, что ли, все нахуй? Вообще будет. УАЗик я ему, правда, убил. Может быть, ему даже два УАЗика, ему, наверное, от этого станет неприятно. Не, вторая арта пострадала. ЦВшка нужна пехотная. А то нам сейчас там все перебьют. Поставлю свою. Эх, так, у меня больше нету ничего. У нас атака. Да, справа там атак, что дай боже. Командир.
Самолет на центр. Или что это? Нет, не самолет. Самолет выглядит иначе. Вот отсюда ствольная арта. Две штуки стреляет, а отсюда стреляет одна. На их базе. И вон одна еще готовится стрелять. Вот эту, которая сводится, накрывайте, пожалуйста. Пока не могу. Попробую, но не уверен, что успею, только зарядился. Истребители в небе. О, пометки. Зацепил. Справа говна танков куча. Жорик тащил вот этих парней вот сюда, вот здесь враги. Окей, тащим. Надо будет себе поменять пехоту, блядь. Я теперь понимаю, что здесь бесполезное говно у юаровцев. Мы этого не понимаем. Здесь вот эти негодяи, где их нашел. Да, да. Отводи это, кошенку свою. Отводю, да. Ну, ей хана уже. Верты пошли. Иди к ПВО, иди к ПВО. Не успеет. Блять, кто бы этот танк выбил-то, блять? Просто пиздец какой-то. Сейчас. Истребители в небе. Здесь тоже танки. Жорик. Да я понял.
Минометы заказывают. У меня пехота слишком дорогая, чтобы воевать в лесах. Надо механ было быть. Хотя бы один механ нужен. Бля, это что там за хуйня? Что у вас там творится-то, блядь? А патч не может выбрать? Очень много готовится всего, смотрите, сколько здесь всего. Тут ну, просто что поделать. Ну, короче, альфу и все, что к ней прилагается, мы просрали. Совсем-совсем. Так что все, кто рядышком стоит, будьте готовы. Вам долго там еще? Да да хуя. Будем надеяться. Жарик, убирай. Пока живые. А то это и ненадолго. Там, правда, это, по идее, должны быть его последние войска из тех, которые мы видели до этого. Но, надеюсь, что он не привел их дополнительно, но, скорее всего, привел. Подожди, Жарик, дай дельтафос. Пополни запас. У него, кстати, средний говнотанк. Я пополню. Сейчас пополню. И вот, дельта возьмет у тебя. Остановил, да. Спасибо. А кобры не хотят заправить? Или это рандом? Это рандом. Ты с 2-5 в лесу ездишь? Тогда там не было ничего, кроме них. Уехал обратно вот. Ну, раз они туда херачат кассетами, значит их юнитов там нет. Не факт, если вспомнить нашу игру. Не, ну там нормальные люди. Вот здесь вот ПВО, вот здесь вот ПВО, и по-моему вот здесь вот. Привет, пацаны. Пошлите, с вами будем воевать. Сколько ж этих блядских вертолетов там. Пушистый берет. Когда у тебя кончится твоя пехота?
переживал за 80-ки. Танков пиздец здесь. Да. И все еще на Альфу нужно притаскивать пехоту. Удивительно, что они нашу ЦВшку просто артой не раздолбали. На Альфе. Очень странные люди. Налево куча вертолетов идет. Вот это бы говно убить, у кого есть арта. Уже. Блин, там еще вертораж готовит. Так что за хуйня, блин? Да, будет вертораж. Да. Ну давай я всякое говнецо вызову налево. Красота. Че, сразу гонят? А, там и танковый, и вертолет, хорошо. Так что готовьтесь все сразу принять. Возьму, что ли, два опять туда перекину. И скопик с одной точки копит все свои юниты, чтобы они все разом легли от одной. От одного выстрела. Слушайте, да его здесь тоже танки, смотрите, уезжают по центру. Ну, посмотрим. Там мы 80-ки все. Все равно. Тем более вон они что-то пошли самоубиваться через поле. Ебать там, блядь. Сколько еще? Да, чувак. О, а ну-ка, кассеты, давайте успейте туда пальнуть. Просто сведитесь, просто сведитесь. Да, немножко попал. А что они подождали, пока не выстроится? Потому что не знаешь, когда он туда лупанется. Видишь, он виляет ими теперь. Цепочка тянется сейчас. Блять, у тебя там с танком что ли сидит, блять? Ты с ним здороваешься, не? Сибиряк. Да, он заебал. Угу. Херач туда. Сюда бы кассетками, ребят. Вот в эту точку.
Нет, там есть другая точка. Уже поздно, они полетели, они полетели. Вот видишь? Полетели. А я как раз бил ему из вертолета, которые там были. Ох, Алекс, спасибо за точную точку. Пидарас. Вот это я понимаю, Вторая мировая. Нет, тут вообще пиздец, собрали в обе стороны. И справа они тоже поехали, и слева. На Альфе аккуратнее. ЦВшку будут бодать. Самолет на центр с радарами. Сука, все сейчас тут спалят. Справа чувак, который есть, вот он вышел. Не стреляйте, пока по правому мы тут воюем. Зараза, за пушистый берет. Почему раньше мы его не встречали? Хорошо же играет. Да, я не помню такого. Радары выключайте, а то они задолбали уже противорадарами здесь ездить. Слева. С истребителя налево. Еще такое ощущение, что действительно играем с какой-то команды, но команда это какая-то отбитая. Не сибиряка, а есть сибиряк. Надеюсь, выйдешь. Так, кто справа у нас играл? Я, конечно, могу еще пехоту притаскивать, но она у меня вот сейчас вот еще один вызов, и потом кончится. Ладно, сейчас вызову пехоту. Ну, конечно, вызови. Нас там нету. Или где ты воюешь теперь? Да я вертолетиками помогал налево против там. Самолет на центр. Противорадары. Много противорадаров. Ну, я заказал пехоту, но ее не хватит. Ну, там нужно, чтобы мы просто присутствовали и отбивались. Потому что точка полностью не наша. Настолько, насколько только может быть. Командант.
Да, блять. Да выдра он уже идет. Опять пушистик. Че, не общая дека какая, что ли? Да не пугайте фугасами их, пожалуйста. А что там? Да, у восьмисятки. И тушенку сэкономите мне. Самолет на центр. Истребитель. И радар. И противорадар направо. Да ну сибиряка вообще рядом с танком сидит такой простой. Картинка, блин. По грибы пошел. И главное, они же у него не светятся. Ну, в смысле, не моргаются. То есть он же как бы должен понимать, что его палят. Догадайся с трех раз. Если у тебя кружочек, все вокруг него в каком-то радиусе светятся. Где у тебя разведка вражеская? Я так понимаю, вертухи у него какой-нибудь... Простите. Нет, блядь! Простите, да. Был виноват. Все, кажется, ЦВшка сейчас помрет. Радар налево. Полетим с ответным визитом. Ну, вы как хотите, я так поеду, но очень готово. Мне нечем лететь ни на какие визиты. Я человек простой. А вот справа сколько там говна, страшно представить. Ребят, слева тоже пиздец. Ну видишь, как интересно зато. Вот сюда вот бомбы упадут. Теперь вертушечки пошли направо. Ничего, у меня пехота закончилась. Это плохо. Сейчас они с Анной, видимо, попробуют к нам приехать.
Да, сейчас Анна будет справа. Вертарашка. Готовьтесь. Я услышали про вертараж Санны? Да, блин. Это хорошо. Да это не скорее не вертараж какой-то. Это вертараж. Ну, не и знаю, шатание, может быть, они просто там все зачистят. Просто зачистить вертолетами? Вообще не выгодно. Весь лес. Пехоту. Нет, зачем весь лес у нас? Вынесут и все, и полетят обратно домой. Они стоят от 50 очков. Да, но они их сливать-то не будут. Ну вот, а вот сейчас это было что-то они... типа раша, только это какой-то херовый раш. Хера-раш? Хера-раш. Кстати, да, у них же там еще и танки. Если слева хотите поддержать, давайте. Не хотим. Какая толпа идет. Ни малейшего желания, вы не поверите. Мы хотим защититься справа. Подожди, скопик устал. Давай я закажусь, полечу, а ты пойдешь по земле потом. Он уже поздно. Я уже пошел. Уже. Опять они направо идут своими вертухами. Ну это будет бесконечное говно. Бесконечное говно. Опа! Меня выкинуло. И меня выкинуло. И меня выкинуло. Сервак. А что ты сделал? Ну, почему нас сдох? Сдох, сервак. Слушай, вот этот пушистый берет 4000 на 7000. Он в какой минус играл в дикие? Еще будем? О, сервака ну, будем, нет. Да. О, сервака нет. Чего по мне заходи. А, вот сейчас поесть. Что за хрень? Ну, глюканул сервер. Чё? Ладно, я... Да, я наигрался, попал. Спасибо. Ну, все, сейчас пойду спать. Ну, слабак. Да. Еще один чувак всем у них. Хорошей ночи. И тебе 1300 на 4,5, который вышел. Так, а они все в минус играли, причем существенно. Нет, почему? Мы сейчас, в общем-то, один в один по очкам мы проигрывали, но у них не бесконечные юниты. Я не знаю, откуда там столько вертолетов. Да, ну это если брать это из-под пехоты... И просто, если у тебя боевые вертолеты. У них же там обычные транспортные были. Ладно, вот, 4 400 на 1500. Вот я понимаю. Чего, спокойной ночи, давайте.